политических заключенных. И до сих пор многие ребята сидят, не хотят обменивать, не дают обменивать. Они думают, что они смогут отутюжить и Донецк, и Луганск сюда прийти, всех нас уничтожить, потому что их послушать, уголь украинский, а то население, которое люди здесь живут, они не украинские, их надо уничтожать. Так не будет. Я приезжаю, все-таки родной город, так вот легко дышится в Донецке. И я надеюсь, что всех вас скоро смогу пригласить в Харьков, который тоже для меня родной. Дорогие друзья, я хочу отдельное спасибо сказать главе республики Донецкой Захарченко Александру Владимировичу за то, что он делает, за то, что он не спит круглыми сутками для родного края. Я уверен, что в Харькове будет то же самое. И в Одессе, и все мы объединимся в большое, мощное государство. Потому что это не мы сепаратисты. Сепаратисты — это Киев, который хочет отделиться от нас и туда, в Запад, куда-то, в Европу и так далее. А мы не сепаратисты. Мы воссоединяемся. Мы возвращаемся домой. Донецк, Харьков, Одесса — все наши города. Спасибо огромное, Стас Ильич. А мы...